Сухишвили. Сверху они похожи на цветочки. Это танцоры в больших шляпах с сомбреро. Потрясающая энергия. Дальше продолжение, музыкальная музыка, мексиканская музыка. Музыкальная пауза между танцами. Это не так впечатляюще, как танец, поэтому не буду много снимать. Покажу лучше еще танцы позже. Так, это уже интересней. Мужчины сдвинулись на задний план, и вылетели легкие порхающие барышни, причем босиком, танцуют босиком. Они так прыгают, интересно, вообще просто порхают. Костюмы, конечно, просто шик. Такие яркие, такие пышные. Пошла настоящая мексиканская страсть. Парни с девушками. В общем, такой балет мне нравится. Он совсем не похож на балет. Такие они яркие, такие цветные, такие костюмы. Вообще супер просто. Как они летают? Ну, просто летают. Шляпы какие у музыкантов, сомбреро. Такое чувство, что им сцены мало. Думаю, что на видео не будет видно, но эти барышни танцуют с винтовками. Вот такой у них костюм. Платье. О, сейчас видно, стрелять сели. Платье, патроны, сомбреро и винтовка. Thank you.
конечно, умелый ковбой привлекает внимание женщин. Хочется все снимать, но очень много получится. Буду выключать периодически, но прям хочется все-все показать. Это круто. Плавали рыбки, потом пришли рыбаки в трусах с сеткой и словили все рыбки.